Теремок ТВ представляет. Раскраска. Грузовые прицепы. Автомобильный тягач. Красный. Темно-серый. Черный. Коричневый. Голубой. Это тягач. Очень сильный специальный грузовик, которому можно цеплять разные прицепы. Прицеп-панелевоз. Голубой. Серый. Черный. Панелевоз перевозит плиты, из которых строят дома, в которых мы живем. Бортовой прицеп. Желтый. Серый. А вот обычный бортовой прицеп. Он может перевозить любой груз. Например, ракету. Смотри! Тент. Синий. Желтый. Серый. Черный. Если на бортовой прицеп сверху поставить палатку, получится прицеп-тент. Груз в таком прицепе защищен от дождя и ветра. Прицеп-муковоз. Оранжевый. Серый. Черный. Прицеп-муковоз перевозит разные сыпучие продукты, например, муку или крупу. Прицеп-лесовоз. Коричневый. Красный. Лесовоз перевозит спиленные в лесу и очищенные от веток деревья на мебельную фабрику.
бензовоз. Оранжевый. Красный. Серый. Черный. Бензовоз – это большая бочка на колесах, которая везет топливо на автомобильную заправку. Контейнеровоз. Прицеп контейнеровоз везет в порт большой морской контейнер. Смотри! Трал. Темно-серый. Черный. Трал – это длинная платформа на колесах, которая может перевозить что-то очень большое и тяжелое. Например, бульдозер. Вот это да! Автомобилевоз. Красный. Фиолетовый. Оранжевый. Бордовый. Черный. Прицеп автомобилевоз везет много легковых машин. Как здорово! Прицеп – рефрижератор. Голубой! Серый! Черный! Рефрижератор – это большой холодильник на колесах. Он везет нам мороженое. Как здорово! Прицеп – рефрижератор.
прицеп панелевоз. Бортовой прицеп. Тент. Автомобилевоз. Прицеп муковоз. Прицеп лесовоз. Бензовоз. Трал. Контейнеровоз. Автомобильный тягач.